Всем привет! Сегодня маленькое видео о демонстрации установки, установленной мной солнечной батареи на 200 ватт. Вот я ее уже вчера поставил, закрепил провода. Вот у нас уже идет второй день тестирования. Провода идут 6 квадратов. Заводские там переходники, концевики имеются. Батарея повернута под вот немножко вот таким вот углом. Остальные у меня стоят вот под таким углом, то есть это ближе к закату. То есть даже вот под таким углом там чуть ли не 6 ампер выдают. То есть что в принципе мне и достаточно. Вот данные батареи я буду перевешивать, скорее всего, потом вот на вот это вот место буду вешать. То есть возьму вот так вот и повешу боком. Так, ну посмотрим, как я закрепил ее. Сразу скажу, что должно быть 12 ампер, получаю я всего лишь 11 максимум, потому что провод не позволяет. Длина тут 6 метров, то есть идет вот отсюда, идет и заходит вот где-то с этой стороны и идет в контроллер. Контроллер где-то здесь стоит. Давайте посмотрим, как я ее закрепил. Так, крепеж идет на уголках. Тут у меня направляющий брусок есть вот по периметру, а вот к бруску как раз, если присмотреться, я, к сожалению, плохо вижу. Здесь вот стоят винты у меня, уголки крепятся на винтах. Сверху то же самое. Коробка, вот тут дополнительные провода, я их в силикон обмакнул, то есть и коробка тоже, которую отверстие вырезал, тоже покрыл силиконом, чтобы вода не поступала. В итоге получилось очень красиво. Это раз. Во-вторых, в принципе, достаточно крепко. Тут за счет вот этих уголков, единственное, что крепится у меня с этой стороны, вот с этой не крепится, жаль, чтобы брусок более жестко сидел. То есть я как бы защищаюсь от ветра сильного. Также угол этот был выбран не случайно, потому что у нас тут были ветра. Я вам покажу сейчас, откуда мне панели повыдирало. Вот такая вот красотень. Как видим, она стоит под углом при более близком рассмотрении. И все достаточно крепко, цивильно собрано. Так, чтобы еще показать. Провода я вот здесь не стал ничем завязывать, а жаль. Надо было, наверное, привязать его, немножко приподнять, чтобы когда будет влага, снег, провода сильно там не давились им. Потом что-нибудь придумаю. Пока что вот самое главное, это крепеж к солнечной батарее используйте винтовым соединением. То есть это самое надежное. То есть обычные уголки такие есть, там в центре большое отверстие, как раз М8 или М10 винты у меня здесь стоят. Такие вот дела. Желто-белые провода вот у меня идут именно от 200-ки, заходят в металлическую трубу. Тут как раз от 30-ок идет трехжильный провод, где он, он вообще вот там заходит. И вот 2 шестерки, это от ветряков идут провода. Что хотел показать. Так, солнечных идут от тех, идут тоже через металл трубу, через дерево, чтобы повысить защиту на всякий случай. Но они вообще холодные. Вот сейчас вот 200-ка работает, провода в принципе вообще не нагревается. Единственное, почему потери происходят, потому что большое расстояние и сильно маленькое сечение. Так, сейчас посмотрим, где мне батарею вырвало, которая была у нас в обзоре недавно. Вот место как раз выпало, где она висела прям
на одном проводе. И вот это вот почти выпало, и вот это выпало почти. Но я их успел зафиксировать. Давайте посмотрим, что же у меня там случилось. Итак, вот он ускоритель. Все оторвано. Все болтается. Все провода тут повырваны. То есть ничего целого нет. Транзисторы, те, которые я вот выкрутил с ускорителя, они вот как бы, ой, видимо, диоды, они как бы просто болтаются. Остальные он просто вырвал из платы с ногами прям. Все это подзамело теперь. Теперь надо будет сидеть и заново собирать провода, заново все скручивать, заново искать от каждой плюс-минус. Кстати, вот видим вот такое соединение самое хреновое в мире. Вот. Либо такое, либо вот как там вот пластиковые я использовал. Крепежи на уголке. Либо вообще с солнечной батареи. Некоторых у меня идет вот тут вот уголок. Я его прикручивал с одной стороны. Так что вот. Тут еще батарея меня повредила. Вот тут крайне от элементов. Двух, что ли, не знаю, видно, нет, сорваны шины, элементы опустились вниз, и вот сверху тоже сорваны шины. Ну, так как она из оргстекла и разборана, в принципе, я ее восстановлю тоже. Там всего под замену два элемента минимум, в принципе, найду. И вот такие вот дела. Кстати, вот белый силикон, который я использовал, самая жесткая батарея. Во-первых, и каркас жесткий. Во-вторых, и элементы сами очень жестко сидят. То есть, если будете использовать белый силикон, более надежен, чем прозрачный. Но единственное, что вот косяк, вот такие вот наплывы, это уменьшает мощность батареи. Также вот со временем садится пыль на батареях. Такая вот на простом обычном стекле, которая только механически может сниматься, либо машинкой, то есть либо очень хорошим там керхером, блин, очень жестко сидит. Это потеря мощности, можно сказать, я 10 ампер тупо теряю на этой пыли, на этих всех своих батареях. Ну а так вроде зима прошла удачно, только осень, вон тут грязь бежит по солнечной тоже. Следы такие. Ну вот это вот лопнуло, которое из 6 на 6 напиленных стекло. Тут уже ничего не сделать. Тут уже разбирать ее надо, либо пусть она так потихоньку умирает или что-то дает. Там уж посмотрю, может получится как-нибудь подлить это все дело. Но тоже в будущем, когда время появится. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.